Всем привет, друзья и противники Иновки. Как все мы знаем, шарашка с названием собачьего корма поставила ивент, который называется «Айгис против всех». И нашлись ребятки, которые начали захиливать этого эрдбосса под названием «Айгис». И, конечно же, эти сололицые ребята опять начали ограничивать тех, кто играет в игру и проявляет какую-то свободу воли и свободу действия, выбирая путь против всех игроков, а не игроки всего сервера против Айгиса. И вот как мы понимаем, в чем заключается ивент, я вам сейчас объясню, ребята, кто не в курсе. В общем, раз в день появляется эрбосс вот в этой сессионной локации, и сюда прилетает весь сервер, чтобы сливать эрбосса. Но ивент заключается в том, что каждый игрок, независимо от его шмота, может нанести всего один урона этому эрбоссу. Но нашлись довольно умные ребята, которые решили захиливать этого эрбосса, и там хил намного больше, чем один дамага наносит в эквиваленте плюса, а не минуса. Поэтому шарашка с названием собачьего корма написала следующее, когда узнала, что что-то идет не по плану, овощи ноют, они не могут получить награду, стоя в АФК. Ведь все, когда прилетают сюда, максимум, что они делают, это нажимают на волшебную кнопку и дальше стоят в АФК, сменив только локацию стояния в АФК. Написала она следующее. Мы не против юмора и ценим умение подшутить над ближними, но не в моменты, когда это становится проблемой общесерверного масштаба. Некоторые игроки начали исцелять рейдового босса Тень Айгис, ивент Айгис против всех, что не позволяет другим ее убить в отведенное время и получить заслуженную награду. Так делать нельзя, мы вынуждены ввести санкции за подобное поведение. Вот понимаете, ребята? Она вводит санкции за все, что не связано с АФК. Вот почему тебе и новосистем сразу не ввести санкции за то, что кто-то стоит не в АФК? Это же нарушает правила твоей АФК игры и весь смысл этой АФК игры. Ну знаете, я тут задумался и нашел такой ответ, который может подсказать этим АФК овощам, в чем заключается их непонимание того, зачем они стоят в АФК и почему это не Lineage 2, а тем более не игра. Во-первых, игра – это в первую очередь сам процесс взаимодействия и исходящий из него фан. Игра – это тип осмысленной, непродуктивной деятельности, где мотив лежит не в ее результате, а в самом процессе. Так какой процесс заключается в том, что кто-то встает в АФК, нажимая одну кнопочку в игре? Или вся игра заключается в том, чтобы тыкнуть на эту волшебную кнопку и все? Игра закончилась? А кто из вас, АФК овощей, может ответить мне на вопрос, когда вы последний раз были на осаде замка, к примеру? Никто из вас туда не ходит, вы даже забыли, что такое было в Lineage 2. И даже если вы туда ходите, то вы ходите туда сливаться с одного скилла, и весь ваш фан заключается в том, что вы нажимаете закрывашки, и 30 секунд можете бегать, вы не можете никого слить, и вас не могут слить, а потом тот, кто первый нападает, тот сливает все пати противников. И это что, фаново? И ради этого вы стоите в АФК? По-моему, вы забыли, что такое реальный Lineage 2, и вы просто какие-то и новые разведенные ложки, которые встали в АФК. Спасибо.